Всем привет, ребят, с вами, как всегда, на связи ваш дружелюбный сосед Человек-паук, также Крылый Хан Ханджаны и Электрофон Пикачу. А сегодня решил я вот немножко покрутить в One Piece Treasure Cruise в гачи-игре персонажей. Давайте мы начнем с первого прокрута, посмотрим, что она выпадет. Вот. Так, это получается один красный плакатик у нас будет розыск. И посмотрим, кто нам выпадет. Так. Так, нам выпал Кинг. По сути, хорошо. Опа. Кто тут у нас? О, Катакури. А вот это прям хорошо. Если что, у меня есть еще один аккаунт в этой игре, только на телефоне. Сейчас я записываю запись с компухтера, с эмулятора BlueStacks. Вот. Так что можно сказать, это новый аккаунт. Где тут у меня практически нету тех персонажей, которые у меня есть, можно сказать, на основе, на телефоне. Вот. Решил я просто так вот покрутить. О, нифига, два красных. Даже без озвучки. Ладно. Гилд на выпал. Ну, пойдет на получение очков дружбы. Опа. Так, дайте уходите от экранов, фан-сервис прошел. Вот. Я был бы рад какого-нибудь другого эксклюзивно такого радного персонажа. Ну ладно. Зато халявные поинты будут. Так. А там я на прокачку персонажа буду покупать предметы специальные. Опа, что-то прям жестко должно выпасть сейчас у нас. Так. На последний вот плакатики выпадет. Так, Юстас Кит выпал. Ладно. О, Брук. Прям хорошо. Прям то, что надо. О, нифига. Еще. Опа. Чоппа! Ну это прям жестко. Надеюсь, еще будет хороший персонаж. Не то, что хороший, а скорее всего мои фавориты. Блин, забыл писать на фаворит. Ладно. После этого буду смотреть всех своих персонажей и так вот расставлять их. Не знаю, скорее всего на записи будет немножко подлагивать. Ну, скорее всего из-за того, что прям процессор очень сильно сейчас держится на всем этом. Надеюсь, выдержит. А, кстати, это мой первый Зоро из этой линейки, который выпал. На основе у меня его нет. Ну вот. Там в основном у меня Нами и Нико Робин выпадали. И Луфи еще. Так, теперь смотрим, кто тут будет. Усоп. Из арки Дресс-Роузы. Ладно. Так, делаем еще. После этого еще два раза открою этот баннер. А потом буду копить на новые баннера. Там тем более по манге новая арка сейчас идет. И там будут новые персонажи. Ну точнее не персонажи, а именно внешка для наших Мугивары и подобных персонажей.
И мне прям хочется выпить к себе побольше. Там просто ащ, ащ, ащ. Как они выглядят. Выпадает Марку. Опа, из команды Кита. Эти двое. Ну, хорошо. Прям хорошо еще. По сути, падают те персонажи, которые в большинстве случаев мне импонируют. Опа. Ну, привет. О. О. Все, руки на стол, ребят. А это я даю дань уважения. Вот. Так, кто тут выводит? Кто? Ну. По эффективности аккаунта его стоит оставлять, но по личным причинам я лучше его на трейд поинтс обменяю. Мне этот персонаж вообще не понравился. Ну, не то, что не понравился, но, скорее всего, мне не импонирует как персонаж. Вот. Взгляды у него не те, которые... Ох, нифига, целых три. И в конце, скорее всего, еще один будет красный плакат. Ну, прям легендарок насыпало. Опа, Биг Мам. Ну... Хорошо. Буду отдельную команду собирать, отталкиваясь от, скорее всего, от чьей команды она относится. К примеру, к Big Mom я буду ставить Катакури и всех ее детишек, которые мне выпадут. Вот. И то же самое с другими ёнками. Да и не только. Посмотрим, что будет. Ага. Ну, из тебя прям красивого вайфа сделали в последних этих главах. Опа. Кто-то заспойлерил. Ну, не сказал, что прям это, наверное, будет спойлер. Зора же тоже является вайфу персонажем. Для всех. Опа, прям насыпало таких вот красных плакатиков с легендарками. В этот раз 4, в этот раз сколько дадут? Так, раз. Ну, 2 штучки в конце еще считаем, 11. Так. Парели. Хорошо. Баннер, можно, пожалуйста, вы мне дадите одну уту красненькую, которую в баннере показывают? Опа. О. Хорошечно. Рейджи. Нифига еще. Понимаю.
Не, ну если так подумать, то тогда получается у нас три красных плакатика выпало. Опа, Брук. Вот на основе мне его нет. Это прям хорошо. То, что тут хотя бы есть. О, еще один. Мне прям насыпает, я так погляжу. Это прям сильно. Так, и последний, кто там будет. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, давай, давай, Ну, к Big Mom хорошо подойдут. Два сына и дочка. Ну и в конце нету, да? А, нет, есть. Надеюсь, под конец я смогу хотя бы одну ульту себе вытащить. Вот. Ну, то, что я вот открутил, я прям доволен. Можно так сказать. Могло быть и хуже. Опа. Могло быть и хуже, если честно. А так прям доволен, доволен, доволен. Поинты буду получать с распыления некоторых персов. Вот. Жалко то, что у них нет озвучки совместной. Ну, имеется в виду в этой версии. А так у них есть точно. Опа, хорошо. Прям то, что надо. И давай, под конец уту давай. Ну, тоже неплохо. Хари-хари-хари-хари-хари. Ну что могу сказать? Прям попадали персонажи. Что тут меня ожидает? Ага. Ну, еще 100 гемов накоплю. И, скорее всего, могу уту получить, да? Ну, прям насыпало персонажей. Прям хорошо, ой. Некоторых придется распылить. Например, тебя. Ты мне не нужен. Вот. Так что, как-то так, ребят. Спасибо всем за внимание. Всем, кто смотрел данное открытие персонажей. С вами был на связи ваш дружелюбный сосед Человек-паук. Электрохом Пикачу и Крахом Каджанли. Увидимся в следующих открытиях. В гаши играх. Всем удачи. Всем пока.